Как и положено, перед спектаклем актеры гримируются, готовятся декорации, реквизит, режиссер ставит задачу. По сценарию театра «Травмы» одна из машин попала в ДТП. Другая машина проезжала мимо, и люди, находящиеся в ней, должны были оказать первую помощь. Автомобиль ехал с дачи и столкнулся с препятствием. В результате двое пострадавших девушка выбралась самостоятельно. Молодой человек получил более серьезные травмы. Что с вами? Лиза, звони сюда. 112. Травма головы, естественное искривление ноги. Сейчас главное время. Очевидцы вызывают спасатели, а до их прибытия оказывают первую помощь, успокаивают. Прибыли на место. Два пострадавших. Теперь за дело берутся профессионалы. Кульминация вызволения пострадавшего из поврежденного автомобиля. Его помещают в машину реанимации и отправляют в больницу. Действия подразделения оцениваю как на хорошо. Есть на что обратить внимание, на чем поработать. Театр травмы – это как раз то, что посвящено не только оказанию первой помощи в результате дорожно-транспортного происшествия, но и ликвидации всех последствий аварийно-спасательными службами, оперативными службами, которые работают на месте дорожно-транспортного происшествия. Театр травмы существует с конца прошлого года. Молодежная организация выиграла грант и теперь обучает правилам оказания первой помощи всех желающих. Спектакли у них дело обычное. Инструктор-преподаватель Борис Мазаев считает, что так они делают очень важное дело, которое потом спасает жизни людей. Могу привести пример сегодняшнего статиста, который играл сегодня водителя. Он однажды помог женщине, у нее было венозное кровотечение и травма живота, колотая, резанная ножом. Стояло вокруг около 10 человек взрослых и 2 сотрудника полиции. Никто не мог оказать первую помощь. Он, ученик 8 класса, оказал первую помощь девушке. В театре травмы побывали Светлана Воробьева, Владимир Волотовский, сам по ТВ-360.